писатели. Я рассказ о дочери, о мертвом мужчине. Это все такие же симптомы, как и у других. Что теперь делать? Я не знаю, что теперь делать. Слушай, ты же можешь дать показания. Мы можем сказать, что это была самооборона. То, что он на меня напал, никогда не поверю. Была сформирована комиссия по налаживанию связи с представителями инопланетной цивилизации. Он хотел забрать мою дочь. Сказали, что я не могу быть матерью. Мы же семья! Мы семья! Хватит, уйди, я тебя прошу! Зачем она тебе? Ты же ее не любишь! Ты меня никогда не любил! Ты никого не любишь! Все, уйди!